Прошедшие выходные отметились масштабной работой по перекладке тепловых сетей. Ресурсоснабжающая компания и подрядчик трудились на перекрестке улиц Огибалова и Красноармейская. Здесь под землей проходит сразу несколько видов коммуникаций – коллектор, кабельные линии, газовые и водопроводные трубы. Наземный же участок представляет собой оживленный перекресток, по которому кроме автомобилей двигаются автобусы, трамваи и троллейбусы. Из-за перевооружения тепловых сетей в выходные движение транспорта ограничили. Сегодня перекресток вновь оживился. Мы должны были в 5 открыть в понедельник трамвай, но в 2 часа ночи на рабочий на Дебалов произошел порыв 200-й трубы. Холодная, она затопила трассу, мы к утру только откачали. Сегодня трамвай в полном объеме поехал, заасфальтировали и движение полностью открыто. Восстановительные работы на участке закончили сегодня в районе 4 утра. Сложность заключалась еще и в том, что перекладка теплотрассы была сопряжена с разборкой трамвайного пути. Сейчас его смонтировали вновь с использованием новых материалов – рельсов, шпал, крепежей. На объекте только от муниципального предприятия ТТУ трудились 25 человек. Это почти в 2,5 раза больше обычного. В 4:15 служба пути закончил. Еще мы взяли 45 минут на проверку какую-то, прогнали служебный вагон, чтобы не было никаких проблем. Мы связались с центральным диспетчером, сняли все ограничения. К грядущему отопительному сезону модернизируют теплотрассы по всему городу. Масштабные перекладки на других перекрестках еще предстоит выполнить. В 20-х числах августа работы начнутся в районе улиц Авроры Гаражной и Врубеля. В целом в этом сезоне запланировано отремонтировать 58 объектов. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.